Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня мы покажем ПК Крафт Мод для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, по названию мода можно догадаться, что нам приносит мод, а мод приносит нам систему крафта с ПК версии Майнкрафта. Вот так будет выглядеть у нас крафт. Да, он, к сожалению, маленько неудобен. Вот мы можем сделать доски, но после того, как мы делаем любой наш предмет, мы почему-то выходим из крафта. Вот мы теперь можем сделать палку, или можно сказать палки. Делаем, и опять у нас почему-то выходит крафт. Ну, разработчику можно сказать, что они большие молодцы, так как здесь пришлось бы им делать очень много иконок. Да, очень много иконок входит в этот мод. Ну и сам интерфейс пришлось бы делать очень долго. Ну вот, к сожалению, здесь очень много еще багов, ну и нужно очень много доработок этого мода. К сожалению, мы не можем убирать блоки или вещи из самого крафта. Для этого нам нужно будет выйти из крафта. Ну, как видите, я уже сделал лопату. Так, сделаем еще маленько досок. Я хочу положить побольше дерева, но у меня почему-то это не выходит. Я не знаю, почему так, но, наверное, или я надеюсь, то, что в следующей версии это все доработает. Ну, конечно, наш прежний крафт лучше, чем этот, так как в нашем прежнем крафте были рецепты, по которым мы могли делать ту или иную вещь. Но сейчас я сделал меч. Но это, пожалуй, моя последняя. Вот, как видите, баги, я не мог ничего сделать. Вот, ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.